Всем привет! Поставьте, пожалуйста, пятерочки, если меня хорошо видно и слышно. Поставьте, пожалуйста, пятерочки, если меня хорошо видно и слышно. Мы начинаем наш практикум дневной. Отлично. Все, пятерочки. Видно, слышно. И поехали. Все, благодарю, Лен. Значит, сегодня у нас очень интересная и полезная, и я считаю, что эффективная тема. Я люблю очень приводить аналоги эффективности в нашем бизнесе с параллелью такой семейной жизни или взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Давайте представим себе, что молодому человеку понравилась девушка. И вот он затронул ее каким-то комплиментом, девушка в лучшем случае мило улыбнулась, в худшем случае сделала вид, что она не слышит. Девушка очень понравилась. Какие действия этого молодого человека должны быть, если действительно у него серьезные планы и очень уж понравилась эта девушка? Вот в нашем бизнесе то же самое. Очень часто мы с вами прорабатываем людей и вкладываем в это вкладываем достаточно времени, своей энергии, ожидания какие-то выставляем. И, к сожалению, не, как говорится, не дорабатываем. Очень важно понимать вот на старте с касаниями, что все люди разные, и со всеми надо общаться по-разному. То есть, как говорится, каждому должен быть индивидуальный подход. Но пугаться этому не надо. То есть, если у кого-то мало фантазии или опыта, мало, человек скажет, ой, как же мне тогда с этим обойтись. Для них есть такая подсказка. В любом случае, какой-то шаблон, какой-то... Ну, алгоритм или план общения с человеком должен быть. Хоть это в переписке, хоть это в живом общении, шаблон должен быть. И задача у нас всегда одна – вывести человека на открытую, большую презентацию возможностей, которые дает наш проект, вот, и чтобы он прослушал и получил, скажем так, объемную картинку туда, куда мы его зовем. Очень важно вывести нам человека, как говорится, на первое собеседование и потом на следующую встречу. И самое главное, вот эти все действия надо делать системно, регулярно. Ну, у меня у самой так бывает, что какие-то в жизни обстоятельства, поездки, отдых или еще какие-то события отвлекают, выбивают на день-два. И я прям сразу же вижу по результатам, как, ну, скажем так, идет пробуксовка этой системы. Очень хорошо, когда ты делаешь это постоянно, каждый день. И вот что касается касания, я хотела бы здесь немножечко вот просто дать такое более углубленное представление, чтобы вы понимали. На примере молодого человека, я думаю, что вы поняли, что если девушке это понравилось, то что ему надо дальше делать, предположить мы можем. И что бы мы хотели, чтобы предпринимал этот молодой человек по отношению к нам, как бы он нас добивался. Вот что происходит с информацией вообще у людей, когда они слышат первый раз. Это не обязательно мы сейчас ведем речь о нашей информации, о нашем предложении возможности заработать, развить свой собственный бизнес, а вообще просто когда человек видит впервые какую-то информацию. Неважно, это с экрана телевизора или в интернете где-то, или на баннере большом. Первый раз, когда он видит, у него сразу такое «ух ты!». Как бы там ни было, плохое, хорошее, но у него всегда, вот знаете, сразу «ух ты!». Потом, или там ужас какой, или класс, или еще какие-то, то есть вызывают сразу какие-то эмоции, сообщения. Повторная информация, я уже об этом слышала, да, там, у кого там пятна не отстируются, мы идем к вам, да, то есть, о, я об этом уже слышала. Третий раз, когда вы включаете, что-то там смотрите, опять это реклама, или это сообщение, или этот огромный баннер, думаете, ну, елы-палы, уже поднадоело. И когда это становится, ну, регулярным, прям каждый день, это как у вас на глазах мелькает, и вы до конца не понимаете, что личное вам может дать, это вызывает даже другую такую физиологическую реакцию, да, как бы, ну, достало уже, просто тошнит. И самое интересное, вот после вот этого момента, когда человека вот полностью, это, как говорят, достало, происходит такой инсайт, но он не сам собой происходит, а ввиду сложившихся каких-то обстоятельств.
Или человек приходит к подруге и видит результат белые шикарные рубашки мужа, ребенка после там недельной работы, скажем, такая, скажем, изношенная немножечко рубашка, и какие результаты, да, и она такая говорит, не поняла, чем это ты отбеливаешь, что ты делаешь, она говорит, да это ж тот порошок, как тот порошок, тот, который на экране мелькает и на баннерах, да, то есть человека сразу происходит, ага, поняла, а что ж я прохожу мимо и не беру этот порошок или еще чего-то, да? И вот хочу сказать, что смена информации, вот зависит все от подачи, от подачи эмоциональности информации. Если это такой, как бы, ну, вот, я взяла порошок, постирала, то вот со временем эта, как бы, информация меняется в течение 3-5 дней. Если это такой мощный толчок, да, такой прям человека выбивает чего-то, да, ёлки-палы, как это, я не знала, люди с этим сейчас, прям в это же время, в этом же городе зарабатывают, вот тогда вот быстрее происходит этот прорыв. И хочу сказать, вот даже когда люди приходят в наш проект и начинают, вот прослушали уже информацию о возможностях, даже у них появился какой-то интерес, вот, у них тоже постепенно начинается такой, знаете, как с подъема на спад. И нам надо, ну вот, понимать, как проходит вообще информация по человеку. И вот непосредственно то, что касается, ну, скажем так, партнеров наших, которые приходят в проект. Вот когда мы переговорили, прошла первая встреча, он посмотрел видеопрезентацию или побывал на презентации живой, он говорит, ух ты, может быть, с этим я выкручусь там с долгов, с каких-то своих кредитов или еще что-нибудь, да, и он такой на энтузиазме может взяться за дело, но, как правило, когда человек что-то, тем более женщина, приобретает или получает, или попадает, ей очень хочется с кем-то поделиться. Даже интроверты, которые, скажем, не такие открытые к социуму, им все равно хочется с кем-то поделиться. И вот когда, как правило, люди начинают делиться, куда он, как говорится, вляпался, да, или что он получил, у него начинается вот как-то обратная реакция, потому что близкие не обманывают, близкие как бы тебя хотят, желают больше лучшего, чем Маша или Галя, которая зовет в проект или пригласила уже в проект. И у человека начинается такое бездействие, не действует. Потом вы его приглашаете на вебинар «Школа нового партнера», он может зайти, может не зайти. Вы сбросили видео, уточняете у него, ты видел или не видел, успел посмотреть. Ой, некогда, была на даче, приезжали дети, там 5-10, опять. Вот, потом опять вы ему сбрасываете или звоните, ну, удалось посмотреть это видео, тебе оно будет полезно. Если культурный человек, он там найдет какую-то отмазку, вот, в лучшем случае не возьмет телефон, вот, а... Так он внутри себя забурлит у него и скажет, как мне это все надоело, и в конце концов тошнит и вообще перестает брать трубку. Вот чтобы мы с вами представляли, что происходит с нашим потенциальным партнером, вот что происходит, когда вот в нем прорастает эта информация. Нам надо понимать, чтобы правильно предпринимать, делать правильные шаги по отношению к нему. Вы знаете, разные бывают ситуации, и если мы каждый из нас вспомним, что явилось инсайтом, прорывом в нашем сознании, когда мы уцепились за этот, за эту возможность, за этот знак, да, у каждого был какой-то свой знак, у кого-то было большое мероприятие, у кого-то история, ну, человека, похожего на вашу жизнь или профессию, да, прорвало человека, у кого-то еще что-то. Ну вот самое эффективное, это когда человек окажется в информационном поле себе подобных и где прошел прорыв, то есть пошло движение. Хочу сказать, когда мы жили в офлайн Oriflame, прорывом таким постоянно были лидерские встречи. Когда на них ты привозил своего 9-процентника там, и он постоял на сцене полминуты, ничего не говорили, они просто постояли или парадом прошли. И на следующую лидерскую ты приезжаешь с этим партнером, он еще у тебя на 9 или свалился на 6, а та девушка или женщина, которая стояла рядом, она стоит уже на 12 на сцене. Вот тогда человека прям нет покоя, он выходит с этой встречи, начинает говорить, я не поняла, а что она сделала, ты посмотри, она уже на 12, на 15, два раза выходила и все такое. То есть, когда человек видит прям возле себя перемены какие-то, ему надо идентифицировать эту перемену с тем, что он теряет.
Так человек устроен, что человеку ну как, больнее всего и жальче всего что-то терять, а не приобретать. Вот так получается, да? Вот ходишь ты, у тебя две ноги, две руки, два глаза, и ты рад и доволен. А вдруг ты там чего-то не так делаешь, или как-то там пятое, десятое там не бережешься, у тебя может быть, доктор предупреждает, у тебя может быть то-то, то-то, и человек тогда хватается и делает. Ну вот я такую аналогию привела, может быть, не очень удачную и позитивную, но чтобы вы понимали, человеку надо говорить не то, что ты там, ну, напоминать, конечно, ему надо о его целях, если они проработаны, и это истинная его цель, струна его души затронется. Но если вы ему еще скажете, что он это может потерять, ты мечтала о доме 100 квадратов, собственно, без бабушек, без дедушек, без там соседей и все такое, или там 200 квадратов, что теперь? Мы это можем просто потерять там из-за того, что сейчас вот то-то, то-то, то-то. Вот, но с этим поняли, да, это касание непосредственно наших партнеров. Я думаю, что это было полезно, потому что мы должны понимать состояние человека. К сожалению, когда мы растем или когда в тонусе, мы теряем, ну как сказать, не то что нить, а идентификацию свою со своим прошлым, какие мы были в таком состоянии. И поэтому, ну как сказать, теряем людей. Нам надо просто понять. Просто понять. Я иногда даже говорю, я представляю, как тебе уже от меня тошнит там, да? Или я представляю, как я тебя достала. Ну, человек там может как-то отшутиться, все такое. Но я ему говорю, что ты понимаешь, что, ну, вот болит у тебя там заноза. Если ее не лечить, то она к чему может привести? Давай двигаемся вперед. Поехали дальше. Значит, что касается онлайн-касаний, теперь хотела сказать. Какие мы делаем действия у нас на страничке? Мы с офлайна, очень гибкий бизнес. За что я люблю нашу работу, наше дело? Что, знаете, мы можем с вами быть гибкими и можем преуспевать. Если тут не получилось, стали гибкими, перестроились, здесь преуспеваем. По сравнению с моей прошлой работой. Столетия проходит, учитель от доски и класса оторваться не может. Может быть, еще лет 10 пройдет, и будет онлайн-обучение массовым таким. Я не говорю, там для VIP, как обучение сейчас есть. Вот. Ну вот, как бы там не меняется. Но наша компания такая умница и предлагает такие варианты перестройки гибкости. И что мы делаем с вами вот теперь не на лидерских встречах, не на промостойках, а на страничках своими? Задруживаемся, поздравляем людей, которые в нашем кругу, утепляемся с днем рождения, отрабатываем оповещения, которые приходят на колокольчики. Я сейчас говорю о социальной сети «Контакт», а вы проводите аналогию с другими соцсетями. В принципе, действия практически одни и те же. Лайкаем, привлекая внимание к своей страничке и к себе лично, к своему бренду. Вы понимаете, ну, как суть каждого действия. Очень важно самому понимать и доносить новичку, для чего лайкать. Не просто от фонаря, ты там лайкаешь всех собачек, ее кошечек, или там маникюр ее какой-то, а ты лайкаешь целью, чтобы человек по этому лайку обернулся на твою страничку и там увидел то, что его может дернуть, зацепить. Как говорится, на крючочек. Работа в группах, кто работает по группам, наполнение контентом, вирусный маркетинг, работает, девчонки, я знаю, что очень хороший есть результат, и касание. Тема касания одна из моих любимых. И вот знаете, когда в нее погружаюсь, я могу целый такой день проводить в этих касаниях и выходить на собеседование с людьми. Что такое касание? Ну, мы с вами сейчас поговорили о касаниях, которые мы как в офлайне делаем или в онлайне, что происходит с человеком. А теперь давайте посмотрим, что такое касание именно непосредственно на страничках. Когда человек присоединился к нам, друзья, первое, что мы должны сделать, вернее, что мы не должны делать однозначно, мы не должны высыпать на него всю информацию. Опять-таки, первое хочу сказать, с какой странички вы задруживаетесь. Если вы задруживаетесь с рабочей странички, там, где у вас еще нет прикрепленного сообщения о том, что у вас есть интересное там бизнес-предложение или там путешествие, ну, что вы там пишете, да, какая у вас картинка или какое сообщение. Если у вас просто, скажем, только вы наращиваете обороты на этой страничке, то тогда первое сообщение у вас должно быть к человеку после того, как он задружился, это только благодарность за то, что он подружился, и спросить у него разрешение, может быть ли интересна ему какая-то информация о работе дополнительной или еще там как-то.
То есть ни в коем случае не высыпать. Хочу вам, Маша, хочу предложить, ля-ля-ля-ля-ля. То есть мы должны утеплиться. То есть, ну, знаете, как вот легче всего я рекомендую вот новым партнерам работу нашу онлайн переносить на аналогию офлайн. Вот вы заходите в купе, садитесь ехать куда-то, да, и видите первый взгляд у вас на человека, мамочка с ребенком, да. Вы же не будете сразу же ставить чемодан на пороге, рыться в сумке, доставать каталог, открывать странички, рассказывать о бонус-баллах и все такое, понимаете? Это же будет просто, ну, гиперактивность и очень-очень, ну, грустная ситуация. Очень смешная, да. Поэтому мы должны утеплиться. Я понимаю, что некоторые могут сказать: о, это такой долгий процесс, это что, сейчас вот только его поблагодарить за дружбу, спросить, а потом, когда 5-10, я забуду ему отметить. Вот как раз касания не помогают никого не терять. И вот я хочу вам рассказать, ну вот вы поняли, да, первое начало, это обязательно с ним начать утепляться, с этим человеком. И опять-таки хочу сказать вам, в голове у нас должно быть понимание выстраивания долгосрочных проектов. Мы с вами не заскакиваем в онлайн для того, чтобы кого-то хап за горло выхватить, вылить ушат информации и потом проглатывай, надо тебе это или не надо, и таким образом, ну, как спор, портить свою репутацию. Мы должны работать с вами корректно, тактично и понимать, что это вообще такое. Вот когда вы просто с человеком, может быть, у него как раз вы с ним, он задружился с вами, бывает такое, что поток вот людей идет, и на следующий день я не могу ему сбросить сообщение. Потом смотрю, у человека выскочило день рождения. Я захожу на нашу с ним переписки, вижу, что я его даже за дружбу не поблагодарила. Я его поздравляю с днем рождения, благодарю за дружбу и делаю сразу такой короткий, маленький такой крючочек. Я могу быть вам полезна, но я это покажу дальше. То есть первое касание, оно даст ответа обратно вам всего 2%. Понимаете? То есть это крайне редко, когда человек уже готов, и он в состоянии поиска, и у вас может быть уже брендовая страница, и он уже ознакомился, и он уже готов принимать информацию и реагировать сразу. Второе касание, ну вот когда вы задружились, это первое было касание, вообще просто предложили дружбу. Второе, когда вы его поблагодарили, это может быть, ну, в течение там какого-то времени, вы же работаете через день на страничке, да, чтобы не перегружать ее, уже утеплились на 4%. Когда вы сбрасываете бизнес-предложение какое-то или спрашиваете, ну, разрешение у него, опять-таки вы сами выстраиваете, как это вы сделаете, в одном сообщении, в другом, но только не должно быть выброс большой инфра. Вы должны просто спросить: скажите, пожалуйста, а вам надо в ту сторону или не надо? А вы не будете мне попутчиком туда-туда? Вот понимаете, вот как аналог такой-то. Вот, четвертое касание, это уже как 10% интереса у человека к вам. Это какие-то, вы выставляете приятные новости, плюс вы можете в личное сообщение что-то сбросить, плюс еще к утеплениям я отношу и вот увеличение процесса соприкасания с этим человеком, когда вы благодарите его за дружбу и не, ну вот, не ленитесь, заходите, я вам сейчас на практике это покажу, захожу, смотрю его личную информацию, ну, на ленту глянула, и потом смотрю о нем что-то. И он тут пишет, там, увлечение, хобби собаки, там, тра-ля-ля-ля, или там, увлечение, хобби, там, ведическая культура. И я тогда там, где благодарю, я сразу его присоединяю к себе общим интересам, к чему-то. Или даже фотографии в цветах, 5-10, я пишу тоже, я очень люблю цветы, вам очень идут букеты, там, я тоже люблю цветы. То есть присоединиться с человеком хоть чем-нибудь. Ну, понятно, только не тем, что, ой, у вас два уха, и у меня, как приятно найти там подобного себе, да. Ну, найдите какую-то точку соприкосновения, и это еще больше как будет утепление. Вот. И потом еще хочу сказать, очень хорошо, когда вот не переживайте о том, что люди, допустим, с первого раза не реагируют, даже если вы поблагодарили, даже если вы сбросили у него вопрос там, и он не ответил, не относитесь к этим действиям как к пустым. Почему? Потому что если человек не отписался и на вашей страничке остался, то вы ему каким-то боком еще интересны. И вы продолжаете жить активно на своей страничке, так как мы живем, что мы делаем, чем мы наполняем и все такое. И придет такой момент, придет обязательно, или день рождения его, или какой-то праздник, и вы можете в личку что-то ему написать, или сообщение звуковое, я сейчас только начинаю осваивать звуковые сообщения ВКонтакте. Вот, но они, в общем-то, действуют, хочу сказать. Вот. Вот таким вот образом вы должны понимать, как по нарастающей увеличивается процент как лояльности человека к вам.
То есть не ожидайте, что вы только сбросили, ну, может быть, разве что это такая брендовая страница, вы там уже прям вся с чеками, и там еще какие-то моменты, хотя это тоже бывает, иногда вызывает у людей такое отторжение, люди говорят, что, ну, любую можно картинку сделать, ну, в общем, вот так вот. Поехали дальше. Жара неимоверная, как у вас погода? Снег идет? Так, дальше. А какие бывают касания? Ну, вот такую, мы сейчас как бы теоретически я все проговорю, чтобы оно лягло так в голове. Касания бывают личного характера и бывают косвенные. А личного характера – это приглашение в друзья, если там какие-то праздники, ребенку день рождения, ей день рождения, вы видите на страничке, что-то там у нее как-то там у вас маякнуло оповещение, то есть вы реагируете на это. А обязательно благодарю с именной картинкой. Потому что это будет показывать ваш уровень, скажем так, на этом поприще, не просто картинка там «благодарю» и все такое. Потом первое, второе касание, это может быть или в картинках, или в текстах. Ну, лучше сейчас в картинках идет, потому что тексты бывают, в день, если ты сбрасываешь один и тот же текст, там даже меняя букву, там, ну, бывают такие сложности. А картинка лучше всего работает. Вот. Потом еще могут быть опросы непосредственно в личку. К сожалению, я вот как-то сейчас наткнулась на этот опрос. Ну, какой я делаю опрос, предлагаю? Вот я смотрю, если человек такой лояльный по отношению ко мне в диалоге, я могу, и он мне отказал, вот, я его прошу о том, что если появятся в его кругу знакомые, которых может заинтересовать растущий доход, вот 500-700 долларов, вот, и потом прошу для статистики ответить на вопросы. И у меня заготовочка такая, я вам сброшу в чат для новых партнеров, для старта эту анкетку. И суть ее заключается в чем? Я пишу, уточняю, вас не заинтересовало предложение нашего проекта, потому что, там, или один, просто цифру человек должен поставить, доволен своей жизнью, своей работой, б, не верю в то, что в интернете можно заработать, и там в этом другой вариант, или еще, или там 1, 2, 3, как хотите, в общем, напишите. Вот такой опрос. И бывает, люди отвечают, я благодарю их, и у нас завязывается диалог, и уже, во всяком случае, для чего нам нужен опрос? Чтобы вы поняли, ну, чаще всего я его задаю тому человеку, который мне интересен. Это преподаватели или предприниматели, или какая-то интересная такой продавашка. Вот мне надо больше собрать об этом человеке информацию, чтобы подобрать ключик. Рано или поздно я все равно его, ну, как говорится, добьюсь внимания. Вот, поздравления с праздниками, если этот человек вам интересен. Вот, приглашение в группы, если у вас есть какая-то тематическая группа. И можно даже в подарок, вот, как бы, скажем, дополнительно, как расположить к себе человека, какой-то тематический чек-лист. Что такое чек-лист? Ну, я вам скажу такое. Это такая шпаргалочка для людей по интересам. Там, как отучить ребенка бояться темноты, там, и там, 2, 3, 4 пункта, картинка какая-то, ваши данные. Я сброшу вам тоже образцы чек-листов. Хорошо, когда, ну, опять-таки, все связано с вашей целевой аудиторией, с кем вы работаете. Если вы работаете с молодыми мамочками, то у вас должно быть больше чек-листов, ну, подарков таких на эту тему. Если вы работаете с преподавателями или предпринимателями или еще с кем-то, то у вас должны быть, ну, вот для них какие-то. Их не может, ну, не надо делать очень много, ну, 5-10 листиков постепенно вот попадается информация, вы делаете этот чек-лист и сбрасываете человеку информацию. Вот это тоже человеку полезно и приятно. То есть какую-то пользу для этого человека приносите. И это личные были касания. Какие бывают касания косвенные или общие? Вот я хочу сказать, когда происходит первое, второе касание, третье, я вам сейчас прям тексты покажу, которыми я касаюсь. Вот, вам кажется, все, я человека теряю, уходит человек и все такое. Не переживайте, еще раз вам хочу сказать. За нами люди наблюдают. Самые активные, они лайкают какие-то ваши посты, кто-то перепост делает. Пассивные, тихоне такие, наблюдатели, они просто читают и не видят, что у вас происходит. Что мы делаем на своей страничке?
мы на своей страничке выставляем о боли целевой аудитории и рекомендациях. Да, такая жара, как тяжело там мамочкам, прогулка все равно нужна, что можно посоветовать, и что-то советуете там, ну, я не знаю, где-то находите в специальных там блогах мамочкам в жару, как с детьми там справляться, управляться там отопрелости, там, ну, какие-то такие полезности сбрасывайте на страничку. Для чего? Это, как говорится, прикармливайте человека, он понимает, что у вас где-то на страничке всегда можно что-то полезное найти. Вот. Бизнес-предложение – это тоже косвенное касание человека, когда у вас уже страничка работает как брендовая, там 300-400 людей у вас на страничке, и вы время от времени после там 10-11 поста бросаете какое-то бизнес-предложение. Но оно должно быть тоже косвенное. Вот я вам хочу сказать, мне очень нравится нативная реклама. Реклама, когда просто мы говорим о том, что, ой, заметила такой блеск на солнце на своих волосах. И это не потому, что сегодня хорошая погода, а от того, что я пользуюсь, наконец-то, долгожданной своим там бальзамом для волос, там ля-ля-ля-ля-ля. Понимаете? То есть косвенное. И вот здесь тоже предложение о бизнесе тоже может быть косвенное. Мне очень нравится понедельники, когда выставляю картинки какие-то там, прибежала на работу, там косметику не успела нанести, там или там как тяжело вставать этот понедельник, и вот в конце я приписываю к этой картинке, если тебя достало, как меня 15 лет это достало, там пиши в личку, понимаете, ну вот такие какие-то косвенные. И вот этот, который пассивчик не ответил, он все это видит время от времени. Вы выставляете как демонстрация каких-то успехов, там на страничке, кто такое вот, как скажем, на страничках прокачивает, там, результат мамочка, там, двое детей, там, получила, там, блендер, получила, там, подарок, там, то-то-то, какую-то информацию такую прокачивать, успех какой-то, поездки какие-то, перемены вообще, просто люди, вот знаете, наш бизнес, с одной стороны, строится на обыкновенном человеческом таком пороке любопытства, вот на самом деле. Вот, когда человек, ну, любой человек или многие люди, они любят наблюдать, особенно за теми событиями, которые бурные, неважно, позитивные, негативные. Сами вспомните, когда кто-то рядом там или разводится, или там делится, или еще что-нибудь. Весь народ все устремил взгляд туда. И вот здесь точно такое, ну, должно быть только в позитивном, естественно, направлении. Побывал ваш партнер, вы не побывали на выездном кумовском, не побывали там еще где-то, но вы выставляете фотографии, пишете, ой, как классно там было, я очень рада за настроение твое, и ты себя светишься, и та-та-та, и выставили, и погнали. Вот таким вот образом. Показывайте атмосферу просто. Знаете как, с одной стороны, кажется, как будто бы вот если взрослые люди это наблюдают, или надо им делать, им кажется, что это как бы понты, как бы все наиграно, или все, что-то такое. Но на самом деле, это наша жизнь, и мы иногда даже не понимаем, в каких ярких красках мы с вами живем, от события к событию, понимаете? Когда вы становитесь золотым, бриллиантовым директором, у вас настолько палитра красок жизни яркая, что люди просто не могут поверить в то, что ты в понедельник здесь, в среду ты уже где-то на островах, потом ты еще куда-то полетел, на островах там какая-то конференция, какой-то еще круиз какой-то, и все. Люди просто не могут даже это представить, потому что они свою поездку на Азовское море планируют целое лето, что в августе на неделю, на 7 дней не поедут и по пачке будут двум детям покупать мороженое. И вот они тогда погуляют, а мужу бутылку пива купят, понимаете вы? Вот. А когда мы начинаем показывать, у нас это есть, нам надо это просто показывать, просто это показывать. Вот, то есть касания, понятно, какие бывают, личные и косвенные касания. Ну, а теперь мы сейчас ближе к практике переходим, как мне помнится. Ну, вот такая история, покажу вам история цепочки касания. Она началась еще там, ну, таких много-много-много историй. В 16 году познакомилась с девочкой, там предложила, что-то там заинтересовала, работа в интернет не для меня, пишет, ля-ля-ля-ля-ля. Мы ей отвечаем там, ну, как обычно, да? И вот я вам хочу сказать, когда там Розана Голуб на одном большом-большом семинаре сказала, мне было очень полезно, семинар был весь интересный, но вот эту фразу я запомнила, вынесла прям с этого семинара себе на всю жизнь. Не привязывайтесь никогда, никогда даже к самому классному человеку, как потенциальному кандидату. Наша задача дать ему информацию и отпустить. Он должен, это зернышко должно прорасти. Мы не должны топтаться вокруг, окучивать, там, дуть на него, там, танцевать возле него, понимаете? Мы должны дать информацию и отпустить.
И самое главное, чтобы у вас был поток таких людей. Конечно, если вы раз в месяц зашли, кого-то там зацепили, кто-то вам сказал, эй, ну что-то интересно мне, конечно, вы вокруг него будете бегать и прыгать, и на шпагат садиться. Сделайте поток, тогда вам не надо будет, ну вот, скажем так, все время привязываться к этой Маше. Ой, надо забежать в контакт, посмотреть, не ответила ли моя Маша. Да у вас там ответов будет мульё. Потом вот было это в ноябре, потом случилось день рождения у этой девочки, поздравила я ее с днем рождения, переписка там опять повторилась, вот поблагодарила девочка. Прошло какое-то время, уже там может месяца 3-4, я смотрю, что давно с ней не было контакта, и ей опять пишу сообщение. И она говорит, ну в принципе можно поговорить, что-то может быть интересно. То есть я хочу вам сказать, что на самом деле люди, вот даже вы и я, принимает решения по-разному. И очень мало людей, ну и те люди, которые прям моментально, вот он сразу говорит, все, я там делаю это, или там, они у меня чаще всего вызывают такое подозрение, и у меня мало веры в то, что он там мне наобещал список со 100 человек это, или 200 человек, он все это сделает, понимаете? Человеку надо созреть, ему надо дойти до этого, а наша с вами задача самому создавать для него условия, какие я не окучивать, а просто работать потоком своим, делать свою страничку брендом и все такое, показывать просто свою жизнь и преимущества своего, ну скажем, своего дела по сравнению с этим человеком. Вот. И все обязательно, все проклюнется и все прорастет, любое ваше зернышко. Что надо для работы с касаниями? Лист шаблонами обязательно должен быть. Вы его постепенно наработаете. Сливаются, ничего, они сливаются. Наташенька, я хочу тебе сказать, сливаются те, которые не готовы. Те, которые, они хорошие, может быть, люди, но им сегодня не по пути. И мы с тобой должны быть им благодарны. Почему? Потому что они наше время не вырывают. И, скажем так, не посылают какие-то лишние надежды. Ну, самое главное, не забирают время, понимаете? Все, следующий, следующий, следующий. На земле просто, вот говорю, если какое-то приходит отчаяние, я всегда просто смотрю, сколько людей живет на Украине, сколько людей живет в России. Вот просто заходите в статистику, смотрите, народу полно. И так, что Маша нам там что-то сказала, да, Господи, Боже мой, пошли дальше. Так, шаблоны, листы, шаблоны у вас постепенно накопятся, что вы хотите людям сказать, и вы их потом будете рубриками, скажем так, отделять. Там первое сообщение, там, благодарю за дружбу, мне очень приятно знакомство с вами, там, я интересный человек и вижу у вас интересная жизнь на странице, будем дружить, если я там буду полезна вам, я еще кроме того, что здесь дружу, я еще здесь и работаю, могу быть вам полезна. Но я вам сейчас покажу, какие шаблончики, вы сами себе додумайте. Потом следующее, у вас вот просто, когда вы будете вести диалоги, наиболее удачные какие-то ответы вы выбираете и на себе на лист Word или на блокнот выкладываете. Потом обязательно должна быть таблица учета кандидатов и касаний. Почему это важно и что это такое, я вам сейчас покажу дальше образец. Потом обязательно именные картинки. Какие именные картинки? Благодарю за дружбу. Ну вот одна из картинок. Сделайте на любом каком-то сервере, не сервере, а на любом каком-нибудь, любом инструменте такой свой небольшой баннер. Хорошо, когда вы с фотографией своей делаете. Не хотите с фотографией, сделайте какую-то картинку, слова благодарности, обязательно подпишите от кого. Если вы с днем рождения, ну там хотите поздравить человека, тоже открытки должны быть именные. Это очень приятно, когда с уважением, там Марина, Светлана и все такое. Вот. Потом дожималки картинки тоже очень хорошо собирайте, которые вам нравятся и кажется, что не могут влиять на человека. Собирайте их, и тоже можно делать именными. И ну, вот, картинки, дожималки я сказала. Двигаемся дальше, что нам еще надо для работы по касаниям. Как я уже, ну, сейчас вот как образцы покажу вам. Это картинки «Спасибо за дружбу», вот «Благодарю за дружбу», вот какой-то текст пишет, и открытку с уважением Светлана. Вот здесь человек тоже пишет там «Благодарю». Я с днем рождения ее поздравила, у человека был день рождения, она пишет спасибо, спрашивает, это Oriflame, там ля-ля-ля. Я говорю, Мариночка, ну то есть то, чем сама зарабатывает растущий доход, тому могу и научить, да, это Oriflame. Если человек там ничего не отвечает, я ему как подарок приглашаю его в свою группу «Вкус жизни». Вот, вот это вот справа синяя картинка, ну, я думала, ну, вот это будет полезно для тех людей, которые хотели бы понимать,
как увидеть переписку с конкретным человеком. Оказывается, не надо лезть в сообщение и искать там по датам или еще как-то, что там тебе человек когда-то ответил. Очень просто, когда ты нажимаешь на человека, я вам покажу, открывается сообщение ему, и вот тут перейти к переписке, что у вас было раньше. И вы попадаете как раз, были у вас ли какие-то разговоры с этим человеком или не были. Все, поехали дальше. Что нам еще надо для работы с касаниями? Картинки, открытки есть. Вот такие вот даже малочки сделайте себе, скрины. Это когда люди с вами переговорили, пообщались, может быть, даже. Может быть, вы даже им что-то сбросили, и они замолчали. Вот. Почему они замолчали, вы понимаете, объяснить это можете для себя. Но вам надо все равно какую-то даже малочку бросить. Вот бросайте такую даже малочку или вот такую даже малочку. Скрины, ну, то есть вы сами какие-то, не обязательно, только хотела сказать вам, не обязательно прям слово в слово это переписывать. Самое главное, чтобы вы идею передали, понимаете? И очень важно, чтобы вы какую-то эмоцию свою передали. Да, я тоже так раньше думала, я тоже переживала там, или там не понимала, или еще что-нибудь такое. В этих текстах обязательно должна быть ваша эмоция. Я очень рада, что сейчас можно работать сообщениями, вот живыми сообщениями. Мне, конечно, гораздо больше нравится. Вот когда у меня сейчас пойдут результаты с живых сообщений, вот, я вам обязательно проведу практикум по ним. И что касается касаний, у вас должно быть все по полочкам. Ну вот, допустим, вы работаете 5 там, или 10 страниц. Как понять, какие у вас люди уже прошли через ваш диалог и на чем-то остановились, то есть они вам или отказали, или согласились, вот, или, может, даже уже прослушали инструктаж. Вот как это все отметить? Вот у вас должно быть, когда вы заходите в друзья, ваши друзья должны быть отнесены к какой-то категории людей. Как это делается? Это в друзьях у вас есть ВКонтакте уже, как скажем, такой готовые группки, подгруппки. Это лучший друг, родственник, коллеги, друзья по курсу, там, друзья там, по школе. Вот. И там есть возможность добавить свои другие подгруппки. Я добавляю такие группки. Первая группка – это там, где номер один сообщение и благодарю. То есть я его благодарю за дружбу, очень приятно там общаться с вами. Если вас интересует доход или подработка в интернете, могу быть полезной. Там, или там доход там, от 500 долларов. Ну, я вам сейчас покажу, какие сообщения. Вот. И если уже это сообщение сбросило человеку, я человека отмечаю, что у него... Он уже в этой группе. Потом проходит какое-то время, я второе бросаю. Если человек мне отвечает, ему интересно там, я обязательно его отношу к категории «Есть интерес» и заношу в специальную группу «Есть интерес». Если человек говорит «Нет интереса», вот он, пишу я ему, отношу его в группу «Нет интереса» и с него скачиваю всех его друзей. То есть я не работаю с друзьями тех людей, у которых есть интерес, потому что у нас впереди будет регистрация, у нас впереди надо будет отрабатывать своих друзей, пусть человек работает со своими друзьями в соцсети, правильно? А те, которые, допустим, мне сказали нет по каким-то причинам, ну, остались пассивными наблюдателями, я сразу же начинаю отрабатывать их друзей. Отдельная категория у меня продавашки, ну, и там, если я приглашаю в группу, к себе вкус жизни отмечаю. Нашу структурную группу такую. Вот, это еще вот один инструмент, который важный должен быть у вас. Сейчас мы на практику перейдем. В Excel должен быть у вас такой листик, не листик, ну, я это на Google диске себе делаю, потому что я одновременно работаю с 3 компьютеров. То есть дома, на офисе, на даче. И для того, чтобы не бегать с этой картинкой, и она меняется постоянно, сделала такую вкладками в Excel, видите, в Excel. Каждая страничка в соцсетях имеет у меня вкладочку. Каждая. Мариуполь, Полтава, Одесса, там, Краснодар, там, ля-ля-ля, все это вкладки. Здесь я пишу такие разделы. Дата, когда с человеком, человек, это именно вношу людей, которые сказали, что им интересно. Для чего это нужна табличка, я вам сейчас объясню. Ну, во-первых, мне легче отрабатывать людей таких, потому что я не сразу их отрабатываю. Вот появился интерес, и человек сбросил информацию. Если мне он ответил и дал какой-то телефон, то я сразу же там собеседование провожу. А если он там не отвечает или еще что-то такое, вот, то... Я просто-напросто заношу его ту табличку и жду,
когда подойдет его очередь или когда там не, на него отреагировать. Там. Вот, это первое. Второе, эта табличка нужна для того, чтобы, когда вашу, не дай бог, страничку закроют, у вас были ID этих людей, имя человека, ну, если есть телефон, то замечательно. Вот, и вы можете их на вторую страничку, на другую перекачать, ну, перепригласить, сказать, что страничку забанили и все такое. То есть не потерять контакт с этими людьми. Вот, вот такие две функции идут, скажем так, вместе с этой табличкой по касанию. Вот. И то, что важно, давайте мы, наверное, на важно, мы это остановимся в конце. Сейчас мы перейдем с вами на практику. Значит, так, вопрос, давайте, какие-то вопросы и ответы. Света, я не поняла, когда ты заносишь в эту таблицу, на каком этапе? Говорю, сейчас я сейчас прям покажу. Прошу прощения. Значит, смотрите, в эту табличку я вношу людей только тех, которые мне сказали, да, интересно. Да, интересно. Я сразу же их вношу в группу «Есть интерес» и сразу же ID и имя человека, и данные, откуда он там, Краснодар, там, ля-ля-ля, вношу в эту табличку. Именно когда у них есть интерес. Вы поняли? Он может потом замолчать, он может не дать мне телефон, но когда у меня есть свободное время, я тогда захожу в эту табличку и отрабатываю этих молчунов. Все. Теперь мы поехали на рабочий стол. Сейчас у нас будет практика, и я хочу вас попросить, вот я, может быть, не буду видеть ваши сейчас записи, что вы пишете. Ну, сейчас мы будем как-то... Секундочку. Так. Опс, опс, опс. И я перехожу на страничку сейчас. Пожалуйста... отреагируйте, если вам видно, поставьте, пожалуйста, десятки. Если вам видно мою рабочую страничку, поставьте, пожалуйста, десятки. Ага, все, поняла. Так, все, я пошла туда. Все, вижу, что вы меня видите. Так, сюда, да? Все, я на этой страничке, и теперь я прямо на практике вам покажу. Что делаем? Можно на этой страничке, можно на этой. Ой, сейчас, подождите. Если на этой, то вот здесь вот так мы сделаем, зайдем. Так, друзья, сейчас, секундочку. Вот моя страничка. Так, и поехали. Вот смотрите, сейчас я буду отрабатывать людей, прям показывать вам. Вот моя брендовая страничка. Когда-то думала, что больше ставок ближе к достатку, ошибалась. Поняла, это когда нашла, когда нашла растущий доход. Пользуюсь этим уже 15 лет. Пиши в личку. Это моя такая как брендовая страничка, онлайн-бизнес, прикрепленный блог мой. Вот здесь послание живое мое, здесь описание. Ну, вот так вот, это, скажем так, не так давно мою только выставила. Ну, вот так вот люди реагируют, все такое. Все, ну ладно, вот, в общем, рабочая брендовая страничка. Как мы отрабатываем касание? Значит, первое, что мы делаем, заходим в друзья. Так, я надеюсь, вам видно. Я надеюсь, вам видно. Сейчас еще раз скакану, значит, заходим в друзья. Потом второй шаг, прям пишите себе. Друзья онлайн. Видите, у меня здесь есть некоторые друзья, уже отмеченные по категориям. Я нажимаю «Друзья онлайн». Нажала «Онлайн». Почему не надо вам все друзья отрабатывать? Потому что может какая-то Маша Глаша, она через 5 лет сюда зайдет, а вы сейчас на нее потратите время. Я работаю только вживую. Вот те, которые здесь на страничке. Все. Вот они на страничке здесь. Да? Видите? Ля-ля-ля-ля-ля. Все. И вот те люди, у которых их 47 человек, те люди, у которых еще нет, вот видите, здесь некоторые есть уже отработанные, 1, 2 там есть, благодарю. Вот я этих не трогаю. Я буду работать сейчас с пустыми. Но перед тем, как я буду работать, я хочу вам показать, как сделать вам группки эти, чтобы куда людей относить. Сейчас я перескочу, посмотрю, вы меня видите, поставьте... семерку, кто меня видит, вот сейчас я что делала, поставьте семерку, пожалуйста, я прыгну сейчас сюда, опля, все, работает, отлично. Так, сюда. Значит, смотрите, девчоночки, ВКонтакте есть, вот когда вы, еще раз напоминаю, заходим в друзья, потом заходим
списке друзей. Нажимаете вот здесь кнопочку, и здесь вот как то, что вот ВКонтакт предлагает, друзья по школе, вузу, ля-ля-ля-ля. Вы потом добавляете то, что вам надо, то, что вам надо. Добавить очень просто. Создать новый список. Вот видите? И вы пишете, вот оно, создается новый список. Сейчас смотрите, как он откроется. Вы пишете, вот здесь убираете и пишете, ну, например, я напишу так, чтобы вам было понятно и просто. Вот у меня там есть один благодарю, два, три, ну, сейчас напишу просто четыре, дожималка. Вот напишу, дожималка, хупа. Все, и сохранить. Вот теперь у меня здесь появилось, вот оно, четыре, дожималка. Видите, да, в списке? Сейчас я пройдусь по группам, вам покажу, посмотрите. Очень удобно. Вот все, кто благодарю и один я написала, вот эти люди, 208 человек, из этих 500 человек я уже отработала. Из 500 человек 200 человек отработала, да? Теперь есть интерес у тех, кого есть интерес. Опа, 35 человек. Я потом, когда у меня есть специальный день делать второе, третье касание, я потом сюда захожу и дорабатываю этих людей, да? Потом, дальше, люди, которые сказали нет, вот они. Вот эти, которые сказали нет, я сразу же, ну вот когда там надо добавлять друзей, я отрабатываю их, как я вам уже сказала, вы поняли? Именно к ним захожу, вот их 19 человек, и захожу, вот выбираю Ирина, потом захожу к ней, выбираю друзей онлайн, начинаю делать закладки и приглашаю их в друзья. Это понятно? Потом бывают продавашки. С продавашками я тоже работаю. Хочу вам сказать, продавашки есть тоже толковые девчонки, маникюрши там та-та-та-та-та. У меня есть специальное к ним сообщение. Раньше я не делала предложение, сейчас я делаю и. Потом хочу работать. Есть такие люди, вот, которые вот ля-ля-ля-ля, это уже консультант. Вот, их можно к этой категории. Ну, в принципе, вы можете не раздувать, допустим, благодарю, плюс один, потом два, потом есть интерес, обязательно нет интереса, вот, и все, в принципе. Вот хотя бы вот эти четыре группы сделайте, чтобы вам было понятно, кто у вас как отработан. Потому что раньше, когда у меня не было этих подгрупп, я захожу, честно говоря, много страниц, ну, немного, 5 страниц, 6 страниц у меня ВКонтакте, я не могу вспомнить, и каждого надо заходить, делаем что-то, не делаем предложение, и все такое. А это очень легко, в общем, вот эти касания мне помогают. Все, с этим понятно? Пожалуйста, поставьте пятерки, если понятно. Я заскакиваю в этот, в класс наш. Поставьте пятерки, если понятно, я перехожу к практикуму, то, что я делаю. Все. Все, отлично, поехали дальше, девчушки. Значит так, теперь мы заходим просто мои друзья. И я сейчас должна отработать людей, нажимаем онлайн, которые у меня ни в какой ни категории. Вот ни в какой категории. Вот сейчас я сюда онлайн и ни в какой ни группке. Для этого мне нужен бланк с моими, сейчас я вам скажу, сообщениями, которые, понятно, что я не от руки пишу. Вот такие разные-разные сообщения у меня есть. Так, и я сейчас выбираю сообщения, ну вот, которые самые первые отсылаю. Ну, например, приветствую вас, рада видеть вас у себя в друзьях, благодарю вас за внимание к моей страничке, интересует ли вас свое дело или подработка в интернет, могу быть полезной. Все, вы поняли, что здесь пропущенное место для имени человека, плюс я еще послание сделаю. Так, мы здесь, вот здесь я отрабатываю. Вот я беру, значит, закладочки, что я делаю, чтобы не было... Я сразу делаю несколько закладок. Раз, два. Они вверху, если вам видно, они отлаживаются. На имя нажимаю, три закладка, именно те, которые сейчас в онлайн. 4, так, 5, ну, давайте, допустим, 5 человек я сделала, да? Вы можете 10 сделать сразу вкладочек. Все, поехали. Екатерина, заходим к Екатерине. У меня не было никаких с ней контактов. Как это проверить? Смотрите, как просто. Она у меня уже в друзьях.
кстати, это моя одноклассница, племянница, подружки. Вот, заходим сюда к ней, и вы тут не видите, было сообщение к ней или нет. Нажимаете вот сюда, перейти к диалогу с Екатериной, и вот тут вы точно видите всю переписку. Ее аж ни слова, аж ни слова. Все, я пишу ей. Приветствую вас, Катя. Вот так. Катя. Рада видеть вас у себя в друзьях. Ля-ля-ля-ля-ля. К этому цепляю открытку. Цепляю открытку. Благодарю за дружбу. Вот у меня папка «Благодарю за дружбу». Именные разные открытки. Видите, разные открытки. Они все именные. Можно просто корзинку с цветами, а можно вот такую какую-нибудь классненькую с твоей фотографией. Сделайте. Конечно, это надо подготовиться. Но я хочу вам сказать, уделите пару часов этому, и потом этим инструментом вы будете пользоваться, и ну, не тратя время вообще на это. Все, вот смотрите. Так, все, я отослала ей сообщение. Дальше. Значит, что надо сделать сразу с Катей? Перейти сюда Катю, вот сюда вот, я ее не убираю сразу. И вот здесь вот, смотрите, сразу я ее вношу в категорию «Благодарю плюс один». Все. И теперь после этого я эту Катю закрываю. Раз и все. Все, захожу дальше. Галина, Ленинград. У меня уже в друзьях. Поехали. На всякий случай, заглядывая, не было переписки. Вставляю ту же самую фразу. Приветствую вас, Галина. Галина. Открытку. Все как должно быть. Отправить. Я сейчас вам показываю как бы в замедленном виде это все, да? Вот, сейчас, секундочку, подгружается это и это сейчас. Вот, на самом деле, когда ты уже все это у тебя отработано, то это настолько быстро, просто, ну, минуты. Вот Галина, я захожу сюда, Галину отмечаю, все, она у меня уже в друзьях, все. Ну, не в друзьях, а я пометку сделала, следующий человек захожу. Ирина, отлично, заходим, она в друзьях. Посмотрела в общем, глянула одним глазом, захожу в сообщение. Ну, это все, скорее всего, новые люди, но я все равно захожу, смотрю в диалог, чтобы не было повторно. Ира, пишу имя, Ирина. Фотографию, ну, открытку цепляете сюда. Какую хотите, можете вот такую, без имени, ну, без своей фотографии. Какую хотите, ну вот как вы, если есть у вас фотографии, это хорошо, если нет фотографий, ну вот особенно если кто с мамочками работает, сделайте своим ребенком фотографию где-то веселенькую, чтобы человек сразу почувствовал, что у вас что-то с ней общее, понимаете? Вот это Ирина, поднимаю чуть выше ее и захожу спокойно и отмечаю, сразу ее отмечаю. Все, я ее отработала, диалог закрыла. Перехожу дальше. То же самое. Давайте я гляну, есть ли у вас вопрос какой-то. У кого, если есть какие-то вопросы. Девчонки, поставьте. Понятно вообще вот эта процедура, как делается? Поставьте, пожалуйста, шестерку. Кому понятно? Будьте добры. Все. Наташа поняла. Света поняла. Лиза, все, отлично. Наташа поняла. Умницы. Все, хорошо. Все, я перехожу сюда, я на Галине, сейчас я вот просто заканчиваю написать, еще раз показываю, перейти к диалогу человека, сейчас вам покажу второе касание. Так, вставляем сюда, обязательно имя вставляйте человека, Татьяна, открытку. Благодарите за дружбу. Можете открытки менять, сделайте до 10 открыток разных. Вы просто вот забейте где там в каких-то разных браузерах слово «благодарю», выберите то, что вам нравится, зайдите в любой, я сброшу вам в старт, сброшу, какие есть варианты, как делать открытки быстро, самые-самые простые серверы, которые помогут вам в этом. Ну вот, кто-то нам отозвался, давайте посмотрим. Так, здравствуйте, Светлана, я тоже работаю в интернете. Ну, приели, сейчас будем диалог вести. Сейчас, девчонки, стойте, мне же надо отработать девочку, кого, где мы только что с вами были. На ком мы были? Вот, Таня Рыбалка, сейчас, секундочку.
друзья, Таню рыбалка, мне надо отработать, чтобы она у меня не потеряла. Вот так вот разные отвлечения могут отвлечь, я не отмечу человека. Все, отметили, пошли на диалог, Таню закрыли, и теперь мы переходим на диалог с Катей. Можно не сразу отвечать, можно не сразу отвечать. Так, давайте сюда зайдем. В интернете, но в сфере модно. Спасибо вам за предложение и успехов в развитии бизнеса. Ну, прелесткая девочка, Катя, я знала, чем она занимается, но я ей сейчас напишу кое-что такое приятное. Так. Ну, в общем, это надо тут, сейчас я гляну, здесь есть специальные такие сообщения. Благодарю за дружбу, вернее, не за дружбу. А, вот, кстати говоря, когда подумает, человек пишет, я уже вчера сбрасывала, когда человек не пишет подумай, я пишу без вопросов, но, честно говоря, не понимаю, о чем вы будете думать, ведь я еще ничего не дала вам. Или второй вариант, ля-ля-ля, и дописываю. Вот, если отказали вежливо, я пишу, все в порядке, вот, ля-ля-ля-ля-ля, сейчас вам заготовочка это сразу показываю, ага, так, вставляем сюда, Катя, все в порядке, будем просто дружиться. Ну, интересно, со мной интересно, приглашаю вас в свою группу. Катя, все в порядке, тогда будем просто дружить. Со мной, так. Сейчас, я вот тут хочу написать, потому что слышала вас. Молодец. Ну и у нас могут быть с ней общие интересы. Я думаю, что у нас будут общие точки пересечения. Почему? Она занимается модельным бизнесом за границу, и я уже не думала. Это моей однокласснице, я вам сказала, племянница, и одновременно моей лучшей подруге, сына, невестка. Вот. Я думаю, что у нас еще будут точки пересечения. Все. И отправили. Все. Так, все. Теперь вот давайте, значит, что я хотела еще показать. В друзьях давайте посмотрим с вами. Ну, например, люди, у которых есть интерес, сейчас я нажимаю онлайн, и у которых есть интерес, но которые мне давненько не отвечали. Сейчас мы посмотрим, кто здесь у нас есть с интересом такой и не отвечали. Я сейчас попытаюсь так вот поймать. Ну, давайте вот просто любого человечка. Мороз. Ольга Мороз. Ну, давайте посмотрим, что там она нам писала. И вот теперь смотрите. Ага, я смотрю, заходила сегодня, в 2 часа была. И вот здесь очень важно зайти сюда, вот в переписку, потому что я там помню, что мы там с ней переписывались. Захожу сюда в эту переписку. Тра-ля-ля-ля-ля. Поздравили с днем рождения. Спасибо за поздравление. Приветствую вас. Вот предложение. Рада видеть вас в своих друзьях. Работаю в интернете, доход от $500, может быть, вам интересно. Здравствуйте, Светлана, это заманчивое предложение, когда же не кого же не заинтересует 500, напишите подробнее, ля-ля-ля-ля-ля. Я тут ей что-то писала, предложение какое-то, и выводила ее на диалог. Здравствуйте, я нашла себя в любимом деле, год назад ушла с работы, ля-ля-ля-ля-ля. Ага, я помню. Окей, рада, удачи вам. Вдохновение, спасибо, дай бог, ля-ля-ля-ля-ля. Ну что, этот человек как бы нашел, просто заинтересовался, я ей могу написать просто: Оля, привет, как дела? Ой, сейчас, извините, это у меня без конца вот это выпадает. Так, Оля, привет, как дела? И вот здесь я могу попросить рекомендации. Надо пару девушек ответственных и
поиске дохода. Есть хорошая вакансия. Все, вакансия. Благодарю. Все. Это вот то, что я там... Все. Значит, и мне ее надо написать как второе... Она все равно наблюдает. Это Оля. Оля Мороз. Сейчас мы заходим. Как я, чтобы ее долго не искать, я выделяю ее. Захожу в друзья. Здесь мы просто попросили рекомендации, вот. А здесь вот можно ее отнести уже ко второй раз я уже ей как бы сбрасывала сообщение и прошу рекомендации. Все. Ага, все, поняла, Надежда, не видно рекомендации. О, хорошо, я возвращаюсь сюда. Секундочку. Так, пропал стол, да? Рабочий стол. Я не вижу. Все. Девочки, скажите, пожалуйста, на каком этапе стало не видно? Очень мелко. Пропало. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, вот самое главное, что я хотела показать вам, как сортировать, вернее, как сделать подгруппки и как сортировать. А, когда начала писать этой девочке, ну ничего страшного, девочки, когда стала писать Кате этой девчонке, и мне кажется, я озвучивала вслух то, что я ей писала, да? Вот, поэтому мы сейчас переходим на завершение. Ага, вот здесь вот, теперь я хотела показать, вот когда есть интерес у человека, да, сейчас вам еще покажу, наверное, в эту табличку вы просто копируете, ну, в принципе, что тут показывать? Вы копируете ID человека, имя человека и сюда вносите в табличку. И у вас каждая страничка в отдельной вкладке. Все, это здесь понятно. Ага, понятно, что нужно делать и как сортировать. Все, самое главное, что вы поняли, как надо делать и как сортировать. Суть заключается в чем? Вот смотрите, самый главный посыл мой в этой презентации – то, чтобы ваши люди, которые находятся на страничках, они были отсортированы. Потому что ну, наш бизнес – это бизнес сортировки. Хочет, не хочет человек. Вот, и чтобы вы понимали, тот, который хочет, на каком этапе. Вот, сколько уже там им сообщений сбросили, какие касания произошли. Все, значит, где группку сделать, вы посмотрели. Как... Какие инструменты вам надо? Мы уже с вами проговорили. Шаблоны, картинки именные. Вот. И как работать с человеком по касаниям. Заходите в друзья, выбираете люди в онлайн. И те, которые не в группе, открываете, не принадлежат никакой группе, открываете несколько вкладок, таких 5-10 вкладок. Выбираете какой-то шаблон им сообщения, готовите именную картинку и начинаете работать. Все. Понятно, да? Света, а если человек случайно появился в другом городе, в котором ты не работаешь, ты на каждый город в Гугле делаешь вкладки? Нет, Светочка, смотрите, я вам хочу сказать, когда вы начинаете, только начинаете, вам важно ну, начинать с какого-то города и отрабатывать этот город. Когда у вас там за 500 человек, за 1000, уже там, ну, я, честно говоря, не отслеживаю. У меня по-прежнему... Этот город стоит, как будто бы я одесситка, и стоит у меня ну, Одесса, но там уже много разных людей, там уже вообще не имеет значения. Ну вот если я зашла в друзья друзей там Марины с Одессы, а у нее друзья там и Львов, и Харьков, и все такое, я приглашаю их в друзья, и мне все равно, откуда они, понимаете? То есть, ну... У меня нет такого, чтобы я Одессу дожала до последнего человека, и все знали Свету Бережную ВКонтакте, понимаете? Вот так вот. Свет, я ответила на вопрос. Поэтому у меня, сколько у вас есть рабочих вкладок? Да, главное общие друзья, правильно, Лен? Чтобы главное общие были друзья. А вот вкладки, ой, странички у вас к каким городам привязаны, пусть они, хотите, проименуйте, первая, вторая, третья. Как вы пользователя к себе делаете? Я ж не знаю, как вы их подписываете. У меня в пользователях ВК, там, Красногорок, ой, там, Краснодарский край, там, ВК, там, Одесса, ВК, там, ну, какой-то город пишите и все такое. Все, по практику, по практическим шагам, понятно?
Когда второе послание вы шлете, вы выбираете какую-то или дожималку, или текст. То есть все зависит от того, ну, заходите вы к себе на страничку вот этих вот в закладке касаний, и вы смотрите по дате. Если это, этот человек заинтересовался у вас там 10 июля, то вы заходите к нему сейчас и шлете вот это письмо-текст. Ну, не письмо, а вот этот текст. Чего мы с вами поговорили, Маша, вас что-то напугало, или что-то смутило, или еще что-нибудь такое. И пишите вот этот текст. И обязательно этот текст должен в конце, как вы видели, обязательно этот текст, вот он должен заканчиваться вопросом. Вот самое главное, я хотела сказать, в дожималках самое главное должен быть вопрос в конце. Ну что, продолжим диалог? Вот это вот самое главное в дожималках, хоть в тексте. Хоть в картинках, картинку какую-то сбросили, да, хорошо там на работе заработаешь там и седину, и подагру, но надо что-то с этим делать. Все, мы заканчиваем. Значит, что важно? Важно, значит, может сразу что-то не получиться, может не видно результата. Вот просто хочу вам не по дожималкам, а по касаниям сказать. Вот. Но со временем обязательно люди, как я вам сказала, они обязательно проявятся. Главное, помните, что каждым действием вы приближаетесь к успеху. То есть, если у вас идет системная работа на страничке, если вы, ну, понятно, живой человек и со своими радостями или какими-то моментами грустными, и вас люди видят как живого, интересного человека, то, поверьте мне, мы еще этот закон не можем объяснить, но каждый придет к своему человеку. С каждой ошибкой, которую вы будете делать, вы будете все ближе и ближе к цели. Поэтому не переживайте, если вы там кто-то чего-то не так ответили или кого-то потеряли. У меня было такое, что человек там написал мне какой-то ответ, ну вот так вот в потоке, в оповещение зашла, как бы увидела это сообщение, но не отработала. И он ушел человек, как говорится, и потом уже, когда у него день рождения, я захожу, а он мне там что-то писал. То есть и такие бывают моменты. Но это все ошибки, которые мы должны делать вывод. Не бросайте, самое главное, когда вы спотыкаетесь, не бросайте. Вот я самое главное, вот посыл такой хочу сделать. Мы можем натыкаться на разные пенечки, высокие, средние, маленькие пенечки. У каждого как бы свой пенек, кажется, по высоте. Самое главное, не останавливайтесь. Самая большая ошибка и поражение, это когда вы внутри себя принимаете такое вот, даже гоняете эту мысль, ну все, это не мое, не для меня, или там все, как бриллиантовая рука, шеф, все пропало. Вот, бросить, хочу вам сказать, легче всего. Если бы вы знали, вот сейчас на уровне физиологии, физкультуры, как я занимаюсь, насколько, ну вот, особенно первые две недели хотелось бросить этого, эти тренировки и все такое. Зато сейчас, когда я делаю эти все подъемы и выпады, и чувствую, какая появилась пластика, какой комфорт я, ну, ощущаю, вообще просто выполняя эти упражнения, какое-то удовольствие. Мы с вами идем уже к результату с вами. И у нас с вами все получится. Я всех благодарю за участие. Очень надеюсь, что, да, Сабуховским Светуль, надеюсь, что было полезно. Какие-то важные скрины я сброшу вам, и какие-то не переписки, а именно тексты какие-то, вот те, которые я использую, в старт я вам сброшу. Все, спасибо большое за внимание. Все собираемся на Хорватию. Минимум 2 рекрута в этом каталоге. Всем, едете, не едете, только размышляйте, минимум 2 рекрута. Все, целую всех. Так, не жаркого вам денечка, я в воду.